Вы газину Обин Бандеровца видели? Страшно, Бандеровца. Это фашизм. Фашизм — это то, что ведут войска сюда, господин Бул. Да ты фашист, я первый. Предатель. Это фашизм. Я здесь. Вы были в России после Майдана? Я был и в России, и в Европе. И буду ездить, куда считаю нужным. Я вам отчитываться не буду. А перед кем же вы будете отчитываться в таком случае? Перед избирателем не нужно отчитываться, уважаемый. За Николаевцы проголосовали за партию региона в большинстве. Вопросов нет. Получите их, но заработайте их. Заработайте доверие. У меня есть доверие. У меня есть мои избиратели. А вы фашист. Ты фашист, предатель. Потому что вы не даете права. Чем вы мотивируете? Человеку высказывать свою точку зрения. Это фашизм. Потому что ваша точка зрения чисто сепаратистская. Вы отстаиваете сепаратистские наклонности и точки зрения именно фашизма.